Добрый день, уважаемые жители республики. По данным управления Роспотребнадзора, в республике выявлен 291 новый случай коронавирусной инфекции. Максимальное количество в городе Якутске – 143 случая. 18 случаев в Мирнинском районе, 15 случаев в Нерюнгринском, по 14 случаев в Ленском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском районах, 11 случаев в Хангаласском, по 10 случаев в Алданском и Воймиконском районах, в Булунском районе 8 случаев. От 1 до 6 случаев зарегистрировано в 9 районах республики. По данным медицинских организаций, в тяжелом состоянии на сегодняшний день находится 139 человек, в том числе на искусственной вентиляции легких 35 человек. По прививочной кампании наиболее на 8 ноября в республику поступило 827 100 доз вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции. Получили первую вакцинацию 416 406 человек, что составляет 58% взрослого населения. Первым компонентом провакцинировано жители старше 60 лет в республике 80 297 человек. Ревакцинацию прошли 34 916 человек.